Смотрим. У нас через пару дней, пятница, суббота, это давно было сообщение, выходит релиз сингла, называется We So Whip Fit GBB. GBB? GBB Bye? Нет, ну Bye бы по-другому было, да? GBB! GBB! Психи! Текст на Genius и сам сингл на всех площадках. Спасибо тебе большое, дружище, спасибо тебе большое за поддержку. Надеюсь, это будет полезно для нас обоих и зрителей тоже, чтобы они кайфанули, да. BRDB. Руанг. 20 октября состоялся релиз молодых артистов из Беларуси. Трек под названием «Психи» погружает динамичную атмосферу с элементами сумасшествия. «Психи, let's go». Серьезное заявление. Обложечка, конечно, та еще, да, бро. Обложечка не из вчерашней, конечно, релиз «Слава КПСС», но что-то, знаешь, вот примерно вот направляет куда-то туда, да. Куда-то туда направляет, в эту сторону, да. Очень веселую, радостную сторону, хорошей, счастливой жизни. Слушай внимательно, что ты нам предлагаешь, дружище. Let's go. Худыш. Всегда мы сталкиваемся с, как понимаю, артист начинающий, сколько занимается музыкой, сейчас посмотрим. Так, да, угу. Вижу, что Бриби в 2019, а что это вообще было у него? Трек называется «План». Вместе с ней ограбим банк. Не будет больше нам шансов. Мы ролим блант. Я весь день был, это мой план. Да, в 19-м вот такой был трек, в 20-м году был, и потом в 23-м с большим перерывом. Очень мало треков в целом. Очень мало треков. А вот We So Whip, скорее всего, новый какой-то. Хотя, может быть, он и только начал записывать, но он неплохо чувствует стиль в целом. Очень неплохо. Трек в целом очень сырой, потому что технически по свидосу, потому как ребята пока еще не нашли свой стиль в сведении, свой стиль в том, как это должно звучать, пока это звучит, ну, очень средне. Очень средне. Тяжело дается стиль Бриби, да. Тяжело. Вот это было очень тяжело. Во-первых, они звучат очень по-разному в свидосе. Но скажу так, что учитывая, что они практически не сведены, то есть мы слушаем практически чистую капу. We So Whip. We So Whip. We So Whip. Блядь, ники, конечно, топ у вас, бро, вот честно. Вот, вообще топ. Самые топовые ники на свете. Для несведенного трека, который в этом жанре должен быть обязательно хорошо сведен,
просто голая капа, вроде бы неплохая у него. Вроде бы неплохая. На скорости держит, тембр. В стиле погружается. Никотин, да, вот здесь. Очень разные парты. Просто это сборка партов разных, абсолютно разных идей на инструментал. Вот это, все. То есть эта песня не целостная. Песня звучащая, вот тут не сведен, но перезадран по балансу вокал. Страшно вообще. Задатки. В Бриби тяжело дается. В целом. Вот этот рейдж на скорости, да, вся вот эта агрессивная подача. Тяжело дается. Высовыт как будто увереннее плавает. Просто пока сыро звучит это технически, но в целом он неплох. Неплох, реально. Индивидуальность подкачала в том числе, да. Вот как-то так. Что думаете, чат, по этому поводу? Пока сыровато, конечно, реально. Очень сыровато. Неплохо, мне кажется, прям описание всего трека. Слушай, ну это прям такое, это хорошее описание так-то вообще. Да, вот он летит здесь, да, но он... Его слышно. Как будто я дерево на горизонт. Полосы черным капюшоном мне не видят меня. Ты где поздно? Не хочу с нами текать, я знаю. Но уже поздно. Да, вот это вот. Уже очень поздно. Поздно. Пиздец, ебанул все, знаю, где всех, я знаю, где их достать. Весь нахожусь с таким видом, как будто я уже готов умирать. Я профессиональный вампир. Самые яркие среди других картин. Картин. Старается, да, короче, старается дать интересные парты. Мы же зависим от нас, мы не хотим. И мы не котируем, если не хотим. Если не хотим, и как поле легко отличить. И мы отличим. Да, ритм интересный. Задатки стиля 100% есть во всех. Я говорю, сборка интересных партов для того, чтобы ребята поэкспериментировали. Наиболее прикольный парт, вероятно, высовый первый парт. Да. Не даем бору, мы только разогнались. Лайбы не вывезли гонку и сломались. Мы разидим у голову бомбали. Тупых шалов, что не шарить, не погаем. Да, вот это вся. Сучка зашла, но ты только по фасту. С кем-то еще нужно курнуть обаж. До этого начала было интереснее. У меня в кармане, у тебя в базе. Сука, у меня все пальцы заразят. Неплохо выбрал по нотам. Последнее. Они пиздят, но меня похуй пускают. Я и мои братики touch the sky. Вот это. Touch the sky. Touch the sky. Touch the sky. Все, что touch the sky. Yeah, touch the sky. Вот здесь реализация стиля. Здесь харизма. Рифмы и образы. Ну, здесь 4-5, конечно. Да, ближе к четверке, но 5 можно поставить. Ага. На заразе, блин, да. На заразе. Теперь ты знаешь, что выбросы аж. Каждый элемент на меня так важен. Этот стилок на меня очень важен. Они пиздят, но меня похуй пускают. Я и мы... Так,
Риф мой образ. Подожди, давай еще раз. Уже поздно начнем делать аудио. Никотин, там я говорю, картин. Картин, никотин, хотим, фейк, различить, мы отличим. Угу. Ну, там это как сразу в игре имбаланс. Просто берем, забираем очки и кладем все на баланс. Просто берет на меня, просто берем, забираем, просто берет на меня, залетает. Ага, типа около полнострочной, да. Просто берем, забираем, просто берет на меня, залетает, кладем к себе на баланс, как будто я дерево, она Тарзан. Мой черный капюшон, у меня не видит меня, объект не опознан. Ты хотел с нами тягаться, я знаю, но уже поздно. Это очень поздно. Если баланс, я знаю, где психи, я знаю, где их достать. Ага. Хочу с таким видом, будто ты же готов умирать. Вампир, короче, ну, не руина. 6-7 баллов, сейчас посмотрим второй куплет. Не твоя форма, только разогнались. Разогнались, сломались, пройдут, попали факами. Лейма не вывезли гонку и сломались, как паразиты мы в голову попали. В тупых шалав, что они шарят, не факаем. Сучка зашла по фасту, с кем-то еще нужно на базе. У меня скромнее на базе. Пальцы в заразе, заразе. Я заразе, на заразе, на заразе, на заразе. Да. На заразе, на заразе, на заразе. 6-6, скорее всего. Структурка, ну вот смотри, куча разнообразия, но целостность в продукте как будто отсутствует. То есть вроде как на разнообразие вот сюда дали, но как песня это вот 5. Поэтому 7 я поставлю за то, что тут есть куча разных вообще, абсолютно разных вещей, но они в целом... Трек 2 балла. За счет вот этого, за счет вот этого, то, что мешанина партов, и за счет вот этого. Задатки стиля, безусловно, присутствуют. Да. Но они жестко не сформированы. Самая главная проблема. Вы звук вообще не слышите. По-разному звучат все парты. И свой стиль пока совсем не найден. Вот у Висуипа как будто неплохая попытка вообще работать, даже чуть ли не лайвом, да. Есть там некоторые моменты с видоса во второй части первого куплета, но в целом такое. Интересно было поковыряться. Надеюсь, это полезно. Надеюсь, это было полезно. Спасибо за поддержку. Респект.